Всем привет! Вот сейчас привезла опять своего кота на лечение. Да, ты буянишь? И проведаем, навестим Бейли, погуляю с ним. Бедный пацан, вообще до сих пор не могу отойти, прийти в себя. Так, ну мы пошли в клинику. Потом после клиники едем в приют. Одевать. Разобьет он воротник. Ну он что-то, по-моему, вчера поспокойнее был, да, сегодня, наверное? Сейчас туалетом он мешает этот. Колпак. Ты просто разбиваешь воротник, что ли? Иди ко мне. Бейли. Стоять. Привет. Ничего сладкий. Чего? Какие глаза. Че, ты рад, что тебя забрали? Смотри, прям рамка такая. Ну, рамка хорошая. И он даже вон на ножке есть. Рана, но она уже как жила на бедре, там как корочке. Назвать. Нет, ладно, хоть хорошо, что он хотя бы не тяжелый к нам попал. Что он нормально активный, все. Ну, характер раны никто не может сказать, то есть мы можем только предполагать, а что именно. Как нам сказали, что якобы у него вот это все только неделю, как шерсть взъерошилась. Хотя по ране, по ее заживлению, здесь ране точно месяц, как минимум. Да. Блин, долго писит, терпит, в вольере сидит. Ну не в вольере, он в клетке, потому что мест нет. Поэтому он пока в клетке. Но забрать нам его сейчас, как бы еще у нас достаточно холодные ночи. С голой вот этой спиной. Да, то есть нельзя его забирать. Сутки стационара у нас будет 1700, минус наша скидка 15%. То есть нужно будет оплатить и прием, и пребывание в стационаре. В стационаре он будет до тех пор, ну, пока как бы здесь не обрастет. Чтобы нужно... Нет, прием мы уже оплатили. А, прием мы. Мы оплатили уже прием. То есть у нас только сейчас стационар идет. Ну вот стационар, тут должна полностью затянуться рана, чтобы не попадала грязь. Ну и к тому времени, как рана зарастет, хоть и шерсти еще не будет, но уже, надеюсь, потеплеет и можно будет забирать. Но сейчас пока нельзя. И холодно, и все открыто. Ну все открыто, да. Да, были. Сережа узнал? Да узнал, я же его гладил вчера даже без наркоза. Да? Нет, не до конца узнал. Он и вчера так же стрелял. Может, я руку резко как-то поднимаю, потому что я его вчера без наркоза-то гладил. Были. Он прям вот нюхает, прям руку нюхает, а вот начинаешь как поднимать, ну, руку, видишь, как нам сказали, и он сразу что реагирует. Охранник твой бежал, и председатель, вот эта вот Валентина, которая писала о нем, она тоже подтвердила, что его обижали. Был охранник, да, который его обижал и издевался над ним. Может быть, у него реакция именно к мужчинам. Да, были? Ну, может быть. Потому что на Анатольевича он вчера тоже ругался. Ну, сейчас, да, сейчас нужно. То есть он абсолютно адекватный мальчишка был, хотя забирали мы его с боем, то есть он агрессировал. Но потом как бы он привык и был абсолютно адекватный, ласковый пацан. Сейчас он может для меня немножко там подшваркиваться. Но это все результаты нелегкой жизни.
Вот как пристраивать, не знаю, такое ощущение, что пристраивай собаку и контролируй ее на протяжении всей жизни. Вроде год-два проходит, все хорошо, и, ну, и хорошо, слава богу. А оказывается, что не всегда все хорошо. Так, ну всем привет. Приехала навестить Бэйби. Вот так хорошо вот затягивается ранка. На обработке, на уколы он проявляет агрессию. Все его боятся. Только меня. Признают, иди ко мне. Бэйли. Бэйли. Бэйли, идем скорее, скорее. Привет. Привет. Ты на всех агрессируешь, да, сынок? Никому не доверяешь, да, мамин мальчик. Бэйли, 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 папа, Бэйли. Вот рана хорошо затягивается, но пока, так как у нас еще холодно, его будет необходимо держать в стационаре. Ему еще пока проводят обработки. Вот. По поводу тех, кто писал, что пристраиваешь, лишь бы сбагрить, отвечаю сразу. Пристроила его 4 года назад, 2 года мы были на связи, фото-видеоотчет, мы приезжали. Ну, то есть я не знаю, как пристраивать собаку и пожизненно ее контролировать. Так случилось, как уже случилось. Вот, пусть это будет на совести людей, и бумеранг прилетит, потому что... Полиция у нас не работает, и полиция не хочет работать по поводу животных. Вот он терпит в туалет, да. Это какие-то у нас проблемы с туалетом, по-моему. Ты сам с собой дерешься. То есть у него психозность это и была, поэтому он отгрызал себе хвост. Но спину он содрал себе не сам. Ты кого там увидел? Бэйли, иди ко мне. Бэйли. Бэйли. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Бэйли. Чего случилось? Чего такое? Ой, мальчик мой. Что с тобой? Бэйлишка. Пойдем погуляем. Пойдем, мой хороший. Пойдем. Все, мама с тобой. Так, но с Бэйли нам приходится приезжать мне 2 раза в день, потому что никто не может с ним погулять. Он проявляет агрессию. Бэйли, идем. Пошли, пошли, сынок. Пошли, мальчик, старше. Идем. Фу, пошли. Давай, давай, поднимайся. Идем. Давай, ты умеешь. Давай. Идем. Пошли. Пойдем, пойдем. Молодец, пошли. Бэйли. Ребенок. Ты в экскаватор играешь, что ли? Упаком своим. А, Бэйли. Бэйли, Бэйли, Бэйли. Пошли. Бэйли, 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 Бэйли. 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 Бэйли, идем ко мне. Идем ко мне, идем. Идем? Привет. Чего? Пойдем. Пошли, побегаем. А, побегаем, побегаем. Пойдем, побегаем. В другую сторону. Были, были. Были, мне там скользко. Пошли в другую сторону бегать. Пойдем. Вот в эту сторону. Давай, давай, давай. Вот, молодец. А ко мне? Были, идем ко мне. Были, иди сюда. Идем. Ты мой сладкий, мой сладкий мальчик. Да, ты мамин ребенок. Мамин хороший ребенок. Че, всех в страхе держишь, да? Пошли, сейчас будем твои железы смотреть. Что-то какая-то проблема у него с туалетом. Сейчас. То есть, если с утра я думала, что показалось, оказалось, не показалось.
Да, особо опасный зверь. Будешь в наморнике лежать. Не, ранка хорошо прям. Хорошо, ну сейчас в конце недели, я думаю, она затянется полностью. Сейчас ее будем мазать. Была в 3 раза больше, да? Угу. Да ладно, чего такое? Это что? Это кто бесстыжая морда? Бейли. Все. Нерчи. Нельзя. Нельзя. Фу. Бейли, нельзя. Ну все, ты молодец, ты молодец, молодец, мой мальчик, все. Иди сюда, идем. Бейли. Все, ты со мной не дружишь? Бейли, Бейли, иди сюда. Теперь тоже не дружишь. Иди ко мне, идем. Иди сюда, идем. Все, мой хороший, все. Ну. Все. Все, чего ты распереживался? Да. Ты молодец. Да. Глаза хитрющие у кого? Ну, мать будешь кусать? Я тебе сейчас воду поменяла. Ты зачем на меня скалишься? Бейли? А, Бейли? Идем. Ну, ты хитрожопый. Пей давай воду. На. Как собаку звать? Бейли. Так, ну Бейли у нас уже насидел на 6,5. Сейчас внесу 10 тысяч. И он остается на стационаре, пока рана не затянется полностью. Потом перейдет на передержку. Сейчас оплачу. Так, ну вот внесли 10 тысяч. Он продолжает пока еще здесь на стационаре с медуходом. Так, ну я поехала домой. Теперь мне придется утром и вечером приезжать с ним гулять, чтобы он никого не съел.